В Люберецкой администрации прошло заседание Общественной палаты городского округа. Участники встречи обсудили подготовку к празднованию 400-летия города и выборам губернатора Московской области. Подробности в материале моих коллег. Начало сентября в городском округе будет насыщенным важными событиями. В День знаний люберецкие школы вновь встретят своих воспитанников. 1 сентября распахнут двери новые учреждения образования. А уже на следующий день город отметит юбилейную дату – 400-летие с момента основания. Мы постарались охватить и учесть интересы всего городского округа, всех районов, населения, абсолютно всех. Приглашаем. Программа будет очень насыщенной. В городе Люберцы праздничные мероприятия 2 сентября пройдут на трех основных площадках. В Центральном парке культуры и отдыха, парке культуры и отдыха Наташинские пруды и на площади перед зданием администрации. Праздничные программы в парке будут проходить с 11:00. Главная сцена начнет свою работу в 12 часов дня. И уже на следующих после дня города выходных люберчан ждет еще одно важное событие. 8 сентября стартуют выборы губернатора Московской области. В течение трех дней в городском округе будут работать 173 участковые избирательные комиссии. У жителей региона будет возможность проголосовать дистанционно. Уже закончили процедуру выдвижения регистрации кандидатов. На должность губернатора Московской области баллотируются Воробьев Андрей Юрьевич, кандидат Всероссийской политической партии «Единая Россия», Жигарев Кирилл Сергеевич, кандидат от политической партии ЛДПР, Наумов Александр Анатольевич, это кандидат от Коммунистической партии Российской Федерации, и Никитин Анатолий Юрьевич, кандидат от политической партии «Справедливая Россия», «Патриоты за правду». Члены Общественной палаты городского округа Люберцы примут активное участие в выборах главы региона. На заседании они обсудили вопросы, связанные с формированием мониторинговой группы. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.